Цветы. Как посеять мелочь? Большая часть цветочных летников – петунья, лобелия, львиный зев, бегония, агератум, вербена и другие – имеют очень мелкие семена. Кроме того, что сеять их довольно трудоемко, они предъявляют особые требования к влажности почвы, к содержанию в ней кислорода и к температуре, а также к освещению. И если хоть один из этих условий не выполнить, семена не взойдут. Эти цветы в основном выращиваются через рассаду, так как им необходим длительный теплый период для нормального развития и обильного цветения. Сеем семена в феврале-марте. Посеянные раньше, они страдают от недостатка света, поэтому необходима подсветка, а посеянные позже не успевают зацвести к началу лета. Как бы мы ни старались равномерно распределить семена на поверхности грунта, сделать это довольно сложно. Распределяя мелкие семена, учитывайте то, что сеять их редко нельзя. Чем гуще будет посеяна мелочь, тем дружнее будут всходы. Дело в том, что в каждом семени живет ткалин – природный стимулятор роста. У крупного семени его достаточно для прорастания, а вот у мелочи его мало, поэтому семена помогают друг другу в прорастании. Высеиваем семена поверхностно, по влажному грунту, с помощью бумаги, сложенной вдвое. Можно высеять в снег или использовать пластиковые контейнеры с дырочками. Они так и называются – сажалка, и продаются в магазине для сада. А еще можно смешать семена с чистым просеянным песком 1 к 4 и сеять щепотками. В дальнейшем всходы, которые получаются неравномерными, необходимо проредить и пересадить. Пикируем, когда у растения появится 1-2 настоящих листа. Теперь, я надеюсь, у вас не будет трудностей при посеве мелких семян. Удачи вам! Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал, и вы не пропустите новое видео, в котором узнаете много нового и интересного.